В Музее современного искусства продолжается выставка «Фарфор и другие предметы художественных промыслов Китая». Экспозиция организована казахстанскими коллекционерами, а также посольствами Китая и Литвы в Казахстане. На выставке представлено свыше 200 экспонатов. Это фарфор, крестьянская живопись уезда Ху, подвесные брелоки Пэйчу, редкая перегородчатая эмаль и изделия из дерева из коллекции Виктора Семыкина, Рока Сабернотаса и Гульфайрус Нурскеновой, а также из семейных коллекций Муллашевых и Семеновых. В Музее современного искусства Астаны на постоянной основе проходит выставка-продажа «Пейзажи Казахстана». В экспозиции представлены картины художников Астаны, Алматы и Караганды. Здесь вы можете приобрести полотна, которые достойно украсят ваш дом или офис, а также могут стать великолепным подарком для истинных ценителей прекрасного. Концерт симфонической музыки состоится в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. В программе вечера вы насладитесь третьим концертом для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, девятой симфонией Дмитрия Шостаковича, сюитой из балета «Степная легенда» Тлеса Кашгалиева. Солистка – народная артистка Республики Казахстан Женья Аубакирова. В торгово-развлекательном центре «Есентай-молл» проходит выставка Павла Овчинникова «Радости потребления». Автор работает в технике коллажа. Он создает красочные аппликации картинок из журналов, укладывая их в поразительные по цветовым композициям мозаики. Таким образом, из многообразия уже существующих растиражированных образов рекламной продукции возникает новый образ, представляющий очередной объект для потребления. Выставка продлится до 11 сентября. В Государственном музее искусств имени Абылхана Костеева проходит выставка «Западноевропейское искусство XVI и XIX веков». В экспозиции представлены произведения итальянского, фламандского, голландского, немецкого и французского искусства XVI-XIX столетий. Они позволяют составить представление о ведущих художественных школах в искусстве Западной Европы, о разнообразии видов и жанров в живописи. В рамках 5-го международного фестиваля современного искусства Art Bud Fest в торгово-развлекательном центре Алмалы проходит выставка молодых казахстанских художников On Love and Other Teachers. Главным мотивом всех произведений является любовь. На выставке представлены работы мастеров кисти в возрасте до 35 лет. Экспозиция продлится до 18 сентября. Название этой выставки – это название будущего фильма одной из художниц, Ады Ю. И на этой выставке представлен фрагмент этого фильма. Этот фильм она будет снимать на протяжении всей своей жизни, потому что на протяжении всей жизни появляются все новые и новые учителя. Вот. И на выставке можно увидеть главный фрагмент этого фильма. Выставка проходит в очень необычном формате для Алматы, для Казахстана, потому что она проходит в паркинге. Вот. Это такое очень как бы нейтральное, индустриальное, серое, такое, даже неприятное место. Вот, который мы попытались трансформировать и сделать его более интимным, глубоким, придать ему какие-то чувства, эстетику. Вот. И это была как бы наша главная задача. Я надеюсь, что мы с ней справились. В Музее изобразительного искусства Караганды проходит увлекательная выставка 3D-картин. Здесь представлены работы, выполненные в технике аэрографии на больших художественных холстах. Выставка позволяет зрителю стать частью экспозиции, встать на тропу войны с Дартом Вейдером из «Звездных войн», перевоплотиться в охотника за привидениями, побыть частью компьютерной игры Angry Birds. Посетители могут участвовать в сюжете каждой картины, делая уникальные фотографии на память. Выставка продлится до 28 сентября.